показать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это я даже не знаю, что такое. Это очень интересно. Мелкой фракции достаточно. Это разные прикормки. По ценнику, рыбы. Если более-менее бюджетная, ну вот. Если у тебя денег нет, я тебе дам. Ты меня возил на машине. Я еще пройду здесь. Посмотрите. Это глаз разбегается. У меня же голова закружилась. Это только блесна какая. Рыба какая. Это все для того, чтобы хороший улов был. Во. Нет, это снять невозможно. А они все расставили к месту. И не возражают, что мы снимаем. Даже слова нет. Наоборот, говорит, ну, вопросов нету, снимайте. Но это надо уже смотреть, потом будет заряжать. Ой-о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 й. Это все вот какие, как на пенсию, кто пойдет. Ну, если вот только этот вирус не сожрет. И вот эти вот какие. Это рыба, чтобы живая была, садок называется. Вообще. Богатства не видал такого, кажется. А это вот большой кошель. Ой-ой-ой. Рыба. 2900. А тут такие цены. Чтоб знали, трудно делать это все. Видишь, она какая, садок. Не садок, а ловига какая бы. Как-то она называется еще. Ну, ничего не знаю. 1290. То ли это удочка стоит, то ли еще. А вон вверху какой. Это мордушка, видимо, такая. Раколовка называют. Это удочки такие. Нет, тут невозможно снять. 4500. Да. Этот есть для поводков коробочки? Это все разные грузины. Для поводков, для хищников. Ну, мне, чтобы просто намотать дома лисочки на рыбалке. Ну, вот такие. Это все, что есть, коробочек нет. Это разные крючки. Сырки, поводки. А, ну вот у вас такие есть, да? Да. Это надо, вот на что люди решаются. Продавать, это же надо каждую цену знать. Это у меня глаза разбежались, у меня голова закружилась. А спроси у них, были они на Гоголе или нет. А на Гоголе такой магазин есть или вы сюда переехали? Ну, мы, можно сказать, что мы прям... 2 года назад я там покупал у них. Нет, а Гоголя где-то был магазин еще. Наверное... А, который сгорел? Наверное, не ваш. Вот этот, охотничий. Барс, наверное. Барс, но он вот здесь. Да, да, да. Есть там он работает? Да, работает. Ну там в основном охотничьи. Там у них по рыбалке не очень. По рыбалке большой, мало. Да, ну у вас это и не магазин какой-то, а еще-то базар целый. Ура. Попросил снимать, у меня глаза разбежались, голова закружилась. Невероятно. Западная, вот у нас еще больше магазин там есть. Ну нам будет что показать. А на карася удочку с берега. И вот они выбор. Бюджетный стеклопластик, это что? Подороже. Тут невозможно снять, тут надо снимать целый месяц. Какие цены хотел показать, приедем. 820. А что это за трубочка такая? Это удочки, карася ловить. Из чего ловить? Карася. Карася? У тебя есть она? Нету. А вот на это на нашей притоке, это вот с таких вот сидят мужики. И сколько такая палаточка стоит? 6 510. Ну, пенсионеру как раз это будет. А это 9. Ну тут видно больше. Вот смотрите, я просто так обведу. Это конца края не видно, только один этаж. Так там еще и на втором этаже.
и покупателей мало. То ли отбили этим самоизоляцией, то ли какая причина-то. Это что, все не русское, что ли? Это я даже не ожидал такого. Это все не русское, что ли? Это как же так, столько это. Пошли, я сейчас еще здесь загляну. Наш мешок-то там не утащили, охотники. Вот вам хотели эти голубей-то ловить-то, вот этих. Ну да, голубей ловить. 640 рублей. Ну, голубь дурак будет. Ну, голубь разве это? А вот разные очки. Очки 640. Богатые. О, карась. А вон-то зачем? Тоже, наверное, это... 725 рублей. Ну, за рыбалку. Тост этот такой. Так а он что дает это? Карася обмануть, что ли? Нет, это, ну, типа картины. Тост. Ну, за рыбалку. А вот это что такое? Какие-то тараканы. Ну, это рыбу ловить. Какие-то мормышки или что они как называются, не знаю. Ничего себе мормышка. 600 рублей. 600 рублей. Вот это тоже. 50 рублей. Вообще невероятно. Крючки всякие. А вот такие самые маленькие удочки-то можно было бы взять. Чего, крючки? Нет, крючки-то ребятишки приезжают, а крючка нет. А веревочку-то можно привязать еще какую. Бюджетная. Ну? Ну а что они, карася будут ловить ребятишки-то? Гальяна. Гальяна. Ну, и карася, карасика. Ну, на гальяна надо мелкие крючки. Ну, так это... Самая дешевая удочка. Посмотри, я дам вот эти вот копейки, ты тратишь. 20, так. На одну. На мне три не надо. Три-то это ничего не получится. Ой-ой-ой, мясорубки. Ну, эта мясорубка слабенькая для нас. Ну, что? Ну что, крючки будем брать на гальяна? Ну, на, устраивать на это, узнай, почем. Самое по одной. Одинарки небольшие для гальяна. Сколько штук? Ну, сколько там будет, столько возьми. Штук 5 хватит? Хватит. Спроси, одинарные на гальяна. Масло подсолнечное, там, семечки, там, пшено. Я нашел, рассказал. Ну, можно просто с утра встал, кипятком залил. Семечки в термос или что-нибудь. Да, семечки поехал. Какие? Все это приспособление. Печеньки вот эти. Просто печенье взял. Маленькие на гальяна. Ладно, спасибо. У нас крючки продаются. А где мы арбалет-то видели? Внизу? На втором этаже. Да, да, да. Или по пачкам они у вас, да? Вот, да, вот в пачках. Там по сколько? По 10? Вариант. Ну, по-разному. Есть по 10. По 10 берете. Самый маленький у нас. Голяшек, ребятишка. А вы подойдите сюда, выберите, какой вам по наборчике такие вот. Это детям. Набор дешевый. Но они разного все. Размер. Ну давайте набор. Может набор, а? Набор взять, он говорит, дешевый. Ну я не знаю. 30 рублей. Ну 30. Возьми даже хотя бы одну вот, на три, которая посмотрите. Может быть. Вот такой наборчик, 30 рублей стоит. Это самый такой вариант простой. Ну давайте. Тут, наверное, если что, на карася и на гальяна еще. 30 рублей всего стоит. Давайте. Ну давай, бери, если есть деньги. 10, 20. 30. Все, хватит у тебя? Хватит. Счастливо вам, с Богом. Все, знаете. Это мы в охотничьем магазине около Алтайской правды. Мы сцены эти снимаем, чтобы дома показать деревни. Это патроны похожи, так? Я никогда не видел цены. Мы медленно так пройдем. У них тут еще переоценка какая-то идет. Это ножи разные. 5000 ножичек. Где? Я не знаю. Это... Зовут на кассу. Сейчас, и это.
Подожди, я начал, сейчас до края дойду. Вот этот, чтобы тут снять. Я потом еще побольше сниму. Пойдемте, рассчитаемся. Да. Пойдем. Пошли, рассчитаемся. На, снимай меня. Потом пойдем дальше. Нам разрешили поснимать. Мы приедем, там расскажем. Так, мешок. Так. С цепью. Так. Один. Два. Три. Четыре. Так, цепочкой. Пять. Без цепи. Раз, два, три, четыре, пять. Вам далеко ходить за ними, да? Да, ну могу. Я еще... бы еще пять взял с цепочкой. Ну, если есть, сейчас принесу. Ну, принесите, пожалуйста. Мне понравилось почему-то больше даже здесь. Давай пока это. Иди сюда, снимай вот этих уточек. А потом вернемся. Богатый магазин какой. Теперь посмотри, какие эти. Ну, это, наверное, оптический прибор, да? Оптика, да. Главное, цены захватить, чтобы показать дома. Так, походи, пока снимай, я скрипну тебе, потом подойдешь. Что там? 25 цена. Смотри, чтобы меня не кончилось, я много снимал. Пройди, мне нравится, вон ты самый, до туда дойди. Это все оптика, 27 цена, тут ножи от 1000 и... Ну и всякие тут. Еще три будет. Два раза. Только три. Да. Ну там снимите. Смотрите, по поводу смотреть. Если, допустим, планируется большой перепад плоская губка, давление, то нужно уже брать модели, которые в этом плане лучше. 2000 ножички. Так, ну где? Лук рекурсивный. Арбалет 8680 и тут 10 000 арбалет, тут 40 000 какой-то арбалет, тут 13 000, 11 000 арбалет, 7 000. Ну вот они, эти капканы тут. Тройка 317. Вот мы такие тут брали вон наверх. У них все есть. Личная карта нету? Нет. 3293 рубля. Так, подождите-ка, я четвертый, наверное, вам подам другую бумажку. Давай. Здесь не соответствует заявленной десятке, здесь не больше 8, это прям даже. Так, а вот это вот от первого. 20-200 рублей. 207. Продавщица сидела, она сверила и неправильно оставила. Я говорю, 193 грамма свежих конфет. А Парышев подарок нам дадите? Что такое? Это на третьем этаже. Это что такое? Ну, мне опарыша тут подарок дают, что если... А куда потреблять-то? Я рыбачу на опарыша. Ну, если можно, пускай дадут. На второй этаж подниметесь. А как они узнают, что мы такие? Чек дают. Вы чек дали, вот предъявить. Ага. И мне дадут опарыша. 207 рублей. Ну, правильно. Это чек. Это хорошо, мы заехали. А ты там заснял, где мы капканы-то? Да. Так, еще маленько поснимай, тут нам разрешили. Да не вопрос. Мы приедем снимать. Там своим сказать надо, нам очень понравилось. Мы вам рекламу еще приходите. Сделаем. Приходите. Вот, вы нам еще должны останетесь. Приходите. Так, проходи. Вот этого медведя сними, на всякий случай. Руками не трогать, и сыну вверху. И вот здесь подойди. 28 000. Я говорю, на Волобуева похож, который потерялся. А вот это что? Моторы, наверное, да? Да. А ну-ка посмотри, сколько стоит каждый.
Так, 100 тысяч рублей почти. 100 тысяч? А тут написано, да. Вот 95. Ну, почти, почти, говорю. 83, вот тут есть 50. А лодочный. Так. Вот сюда подойди еще. Веревки. Веревки вам не надо? А это куда вот эти? Это альпинистские. Ну, дорого стоит, конечно. Да, он по 400 рублей. Еще 250. Нет, это не для нас. Вот это вот. Это для нас. Сколько, да, стоит? 9. Это как наша примера или меньше? Ну. Это мне арты бесплатно давали, вот такие. Вот она, как наша, она стоит вот почти 10 тысяч. А ну-ка вот это и с веслами. Посчитай. Это 12 590. На меня посмотри, чтобы видно было. Я вот от этого, знаете, накидываю руки. 1,70 м. 90, 2,10. Ну почти 2,5 метра длина. Осторожно. Мы официально все делаем. Нам разрешили, чтобы ценами вашими там купили уже. Так, а по этому посмотри, это не одно и то же с тем. Так, тут цена 17. Так, теперь с той стороны вот пройди, самая большая. Самая большая, 44 тысячи. Вот эту вот, чтобы лодку показать, ты меня сейчас покажешь сюда. Вот, посмотрите, какая она, ширина ее. Это я кидаю 1,70 м. Ну, 1,5 метра. Ну и здесь, сейчас я скажу сколько. 1, 2, 3, 4. 80 сантиметров. 80. Так это еще не все. Какая длина у нее? Там мотор можно ставить. 1,70 м. Вот. 3,30. Сколько она стоит? 44,090. 44? Да. Ну, пока все на этом. Снимать больше не надо. Выключи.